Почему Центральный банк считает, что кэшбэр является финансовой пирамидой? Сами они с этим не согласны. Банк России установил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний кэшбэри. Это принципы работы на... Это работа на принципах сетевого маркетинга, это вовлечение граждан в свою деятельность активная и массированная, это активная и массовая реклама в средствах массовой информации в социальных сетях. Каким образом все-таки зарабатывала компания? Сами они утверждают, что привлекали инвесторов? Мы не выявили никаких признаков реальной экономической деятельности, и пока что выглядит это как просто сбор денег с населения. Что делает Банк России для того, чтобы прекратить деятельность компании кэшбэри и ей подобных пирамид? Банк России, установив признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний кэшбэри, направил информацию в правоохранительные органы для скорейшего прекращения такой деятельности и информирования населения об опасностях. Как обычный человек может понять, что его пытаются вовлечь в свои сети мошенники, а не то, что это, скажем, нормальная инвестиционная компания? Необходимо в первую очередь проверять информацию о наличии специальной лицензии Банка России у подобных организаций. Если лицензия Банка России есть, а проверить это просто, можно зайти на сайт Банка России и проверить, есть ли у этой организации лицензия есть, тогда деятельность компании регулируется, лицензируется, и компанию можно считать добросовестной компанией. А в случае, если вам предлагают какие-либо инвестиции компания, а информация о которых нет на сайте Банка России, то прежде всего нужно быть очень внимательным с такими так называемыми инвестициями. Кроме того, нужно обращать внимание на обещания чрезмерно высокой доходности в предложениях подобных компаний. И это прежде всего должно настораживать человека. Необходимо также смотреть на признаки реальной экономической деятельности в работе таких компаний. Нужно понимать вообще, чем компания занимается, понимаете ли вы вообще, чем подобная компания занимается и откуда получается прибыль. А если прибыль получается от того, что нужно привести новых членов, и только после этого вам будут выданы какие-то бонусы, какие-то дополнительные доходности, это явные признаки незаконной деятельности и деятельности финансовой пирамиды.